Москва, Новый Арбат, 2017 год. Лермонтов и современность. Баттл. Мы хотим узнать, читает ли город Лермонтова свет русской поэзии. Любят ли москвичи его усики? А скажите, на кого я похож? Вы на гусара. Ты знаешь стихи Лермонтова? Нет. Еще нет. А вы знаете? А я уже забыл. Мы только вот как раз из книжного магазина идем. И что взяли, что взяли? Посмотрим, может быть, там мои конкуренты. Слушайте, ну что же вы? Вы что, можете подмигнуть Лермонтову? Нет? Жалеет парус одинокий, да? В тумане моря голубом, понимаете? Что ищет он в краю далеком? Да. А что он дальше? В родном, что он сделал в краю? Ну что? А вот Лермонтов 27, понимаете, он погиб. И чтобы все его знали, как мал, так и юн. Мы знаем Толстой, Тургенев, Лермонтов, Пушкин. Это генофонд наш. Я генофонд. Вы даже были на месте дуэли Лермонтова. Да, да. А кто завалил Лермонтова? Мартынов? Конечно. Я бы оседлал коня, конечно же. Но боюсь. А у вас на карусели жеребцы кахетинской масти? Вообще-то разные есть. Кто застрелил Лермонтова, не знаете? Может быть, это был Леон Киллер? Да, точно. Теперь я знаю, кого искать, наконец-то. Блэкстар, это что, это Пушкин? В смысле? Нет, это Тимати. Рэпер. А, рэп, это тоже какие-то рифмованные истории, да? А вот была Тамара, значит. И там такой, в общем, дьяволический, как по-другому сказать, дьявол? Бес. Бес? И, это Достоевский. А вот как на районе называют Диму? Димас. Димон. А если по-другому сказать Димон? У меня, по-моему, нестандартная логика, нет. Нестандартная логика, нет. И кто красивее, я или Лермонтов? Черт меня дери, такой выбор. Черт вас дери, однако. Вот. Я подумаю. Погодите, а если я Лермонтов, то кто красивее? Классиков. Любишь Лермонтова? Нет. А что читаешь? Ничего. Просто фоловишь Инстаграм. А какое ваше любимое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова? А Лермонтов был гусар? Нет. А кто он был? Поэт. А он разве не служил? Служил. Сверху придерживаем большим пальцем. Остальные пальцы позволяют дополнительно контролировать клинок. Это позволяет нам легко манипулировать оружием. Он мне какую-то дичь сказал. Я знаю, как держать шпагу. А какое ваше любимое произведение Лермонтова? Герой нашего времени. Тогда назовите мне части этой. Ну, хотя бы одну. Слабо помню. Княжна... Погодите. Герой нашего времени, да? А вы считаете, что Тимати — это герой нашего времени? Нет. А можете сказать пару строчек из песни Тимати? Я хочу узнать тебя поближе. Но это старая песня очень. А, сейчас он поднаторил в рифме, да? Помню я вот одну такую вот девушку, вот она только выпустилась из гимназии, из пансиона. И знаете, что в ней самое было прекрасное? Как думаете, что? Нет, не знаю. Ее щиколотки. Мы с детьми учили, но я не помню. Посмотрите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, та-та-та-та-там, раз, та-та-та-та-там-там, раз, та-та-та-та-там-там-та, раз, та-та-та-та-там-там-та, раз, та-та-та-та. Читайте Лермонтова. Да, это похоже. Меня не узнали. Благодарю за все тебя, благодарю за тайные мучения страстей, за боль слез от права поцелуев, за все... Как там дальше? Как дальше? Говорите, как дальше? Я не помню. Ласкайте мой слух, пожалуйста, прошу вас. Однажды русский генерал из гор... Тифлису подъезжал. Кого он вез? Ребенка пленного. А тот что?
не занемог, не перенес, как-то так. Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал. Меня не слышно? Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал. Слышно? Нет? Как ты думаешь, кто герой нашего времени? Я сам. А какие поступки геройские ты совершаешь? Хоккей играю. Хоккей играешь? Типа шайбой это жестко, и это геройство. Ты играешь в хоккей на траве. Скажите, а блогеры это герои нашего времени? Прошу прощения. Да, нет. По сути, да. Да? Да. То есть вы считаете, что герой нашего времени это не как Печорин у Лермонтова, а блогер? Я просто Печорина не люблю. А что любите из классики? «Войну и мир». Недолго? Кто я? Знаете, кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Я класс? Я поэт? И вам тоже, молодой человек. Балконский не нравится, а... Лер, да? Любите пополнее? Нет, мне просто нравится его описание и его поступки. То есть, если, допустим, вы были бы замужем, и вдруг ваш муж скоропостижно улетел, вот, то вы бы вышли бы за его друга? Почему нет? Почему нет? Или почему нет? Почему нет? Почему нет? Я понимаю вас. У вас здорный нрав. Здорный нрав, конечно же. Я из этого. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважает себя за И дальше это Пушкин, а не Лермонтов. Пообщавшись с москвичами, я понял, что совсем немного людей знакомы своим творчеством. Но я очень надеюсь, что за этим демаршем я зародил искорку в их сердца. И они будут читать Лермонтова. Читай, город Михаила Юрьевича Лермонтова. Читай, читай. Давай, читай. Конечно.